Мезгил күлүк, таң атканда кечкирген, мен жолборусмун, эски жылмын эскирген. Вот так артисты Кыргызской государственной филармонии имени Тактагула Сатылганова встретили своих поклонников на премьере отчетного концерта по случаю проводов уходящего 2022 года и встречи нового 2023 года. Для настоящего мастера сцены самое главное, чтобы зрительный зал гарантированно получил улыбку и хорошее настроение, считает один из участников концерта, заслуженный артист Кыргызской республики, солист ансамбля «Дустук» Султан Каримов. Весь коллектив филармонии, государственной филармонии, даем концерты отчетные. Конечно, у нас есть пополнение, новые имена, новые артисты, прекрасными данными. И я хотел бы, чтобы вот каждый год, конечно же, наше пожелание всем, чтобы главное, чтобы никто не болел. Потому что этот вопрос стоит номер один. И успехов во всем, благополучия в семье и благополучия всей стране. На премьере звучали великолепная музыка и песни, полюбившиеся многим. Например, оркестр кыргызских народных инструментов имени Кырымалдо Орозова, ансамбль танца «Акмарал», немало других творческих коллективов и сольных артистов. Выступают участники международных конкурсов, но среди них и немало молодых талантов. Некоторые из них выступают на сцене нашей филармонии впервые, а поскольку мы провожаем год тигра и встречаем год кролика, позволю себе пожелать нашим соотечественникам следующее. Пусть в новом году рождаемость у нас в стране будет столь же высокой, как у этого прекрасного ушастого зверька. После новогоднего пожелания народный артист еще раз подчеркнул: концерт отчетный. А значит, мастера сцены стараются показать зрителям лучшее из того, что они за год сумели добиться в своих творческих поисках. Почти все, что исполнялось на сцене в течение года во время выступлений в столице и гастролей по регионам страны, неоднократно завоевывало сердца поклонников и народного творчества, и эстрады, и классического искусства. Проводить подобные концерты ежегодно стало у нас доброй традицией. Но несмотря на то, что все номера и составы мы тщательно отбирали в течение года, зрителя ждет немало приятных сюрпризов. Некоторые выступления и номера он увидит впервые. И надеюсь, ему это понравится. Новогодние концерты в Кыргызской государственной филармонии имени Тактагула Сатылганова продлятся до пятницы, 30 декабря. Андрей Токамбаев, Куаныч Беказимов, 5 канал.